На прием к главе города. 12 декабря по всей стране одновременно с Днем Конституции проходит Общероссийский день приема граждан. После обеда люди могли обратиться в различные государственные органы и ведомства без предварительных согласований. В городской мэрии прием открыл лично Владимир Шарыпов. Обратился по поводу ремонта и восстановления жилищных условий в доме, в котором я проживаю, а это муниципальная квартира в городе Иванове. И вот решение этого вопроса, оно достаточно сложное для меня, во всяком случае. Глава города внимательно выслушал ситуацию с посетителем, подробно обсудили, взглянули на фотографии. Владимир Шарыпов поручил рассмотреть вопрос в ближайшее время. Для этого специально созовут комиссию, которая и примет решение, подлежит помещение ремонту или нет. По результатам комиссии сразу мне доложите, какое решение принято. Я думаю, что, судя по фотографиям, тут решение может быть принято только одно. О том, что дом является аварийным, и, соответственно, то, что необходимо в программу переселения его включать. У приемной образовалась небольшая очередь. Люди пришли получить консультации по самым разным вопросам. Как правило, самые популярные проблемы – коммунальные и жилищные. Помимо главы города, в мэрии до самого вечера вели прием руководители управлений. К ним также можно было попасть без предварительной записи. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.